Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой знаменательной даты учреждение культуры представит самарцам насыщенную программу. Подробности расскажу прямо сейчас. Основными площадками Пушкинского дня в Самаре станут усадьба музея «Детская картинная галерея» и Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького. В утренней программе художественные и танцевальные мастер-классы, пленэры, кинопоказы по произведениям поэта. Вечерняя программа насыщена познавательными мероприятиями в духе пушкинской эпохи. С 17:00 в Литературном музее Театр юного зрителя «Самарт» покажет спектакль «Сказки Пушкина». Пройдет лекция об истории моды, манерах и традициях 18-19 веков. Искусство художественного слова продемонстрируют артисты самарских театров. Романсы на стихи поэта прозвучат в исполнении студентов и преподавателей Самарского института культуры, а завершит программу выступления Самарского концертного духового оркестра. Самарская публичная библиотека, на базе которой открыт региональный центр Всероссийского музея Пушкина, с 12 до 14:00 на пешеходной зоне улицы Ленинградской проведет интерактивную программу зарисовки к Пушкину. С 13:30 совместно с Самарским пушкинским обществом в зале библиотеки и библиотечном дворике презентацию нового сборника «Я вас любил». Литературно-музыкальную гостиную, а вечером организует финал городского конкурса «На неведомых дорожках». В остальных библиотеках города также подготовлена насыщенная программа. В библиотеке номер 29 в 11:00 начнется сказочная викторина «Я в гости к Пушкину спешу». В библиотеке имени Надежды Крупской в 14:30 приглашают разобрать на литературном диспуте сказку о мертвой царевне и семи богатырях. В филиале номер 31 в 16:00 горожан приглашают на литературно-музыкальную гостиную «Идут века, но Пушкин остается с нами». Подробности о мероприятиях в других филиалах смотрите на сайте информационно-библиотечной системы города. Дома культуры также приглашают на тематические концерты и праздничные программы. В Доме культуры «Нефтяник» с 11:00 начнутся театральные постановки, громкие чтения и квесты. В рамках литературного праздника в Доме культуры «Пламя» и Доме культуры «Сатурн» пройдет акция «Открытый микрофон» и литературно-музыкальные гостиные. Создавать сказочные композиции по мотивам пушкинских сказок научат мастера декоративно-прикладного творчества в Доме культуры «Луч» поселка Зубчининовка. Начало в 13:00. Театры представят спектакли по известным произведениям поэта. «Витражи» в 10:30 показывают сказку о рыбаке и рыбке для маленьких зрителей, а вечером в 18:30 в театре «Камерная сцена» покажут спектакль «Станционный смотритель». Кинопоказы под открытым небом пройдут в сквере Эльдара Рязанова. Сказка о царе Салтане в 16:00, сказ про то, как царь Петр арапа женил в 18:00. На этом у меня все. Переходите на странички учреждений в социальных сетях, чтобы узнать еще больше о программе Пушкинского дня в Самаре. Среди множества подготовленных мероприятий каждый сможет найти что-то для себя и приобщиться к богатому культурному наследию, который оставил нам Александр Сергеевич Пушкин. До скорой встречи!